Всем привет, девочки мои! Начинаю новое видео, а точнее это видео продолжение предыдущего, потому что в предыдущем видео я там зашла в фикс прайс и, в общем-то, наснимала больше, чем предполагалось. Чтобы не было видео слишком длинным, я решила его разделить. Прошлась пока по магазинам, такая жара. И очень тяжело носить на себе вот эти вещи, особенно в помещении вообще это тяжело. Я запарилась. В общем, короче, вышла, сейчас иду, но у меня ножки уже устали. Поэтому я иду не торопясь, а торопясь у меня выйти, идти не получится даже. Иду медленно, наслаждаюсь свежим воздухом. Вот только что была дома и было солнышко, выглянуло ненадолго. Как только я спустилась на улицу, солнышко куда-то пропало. Но тем не менее тепло. Я смотрела вчера прогноз погоды. Днем -2, ночью -2. Мой градусник показывает +7. И я больше склоняюсь к этой температуре на самом деле. Хочется и шапку уже снять. И теплое пальто, и ботинки теплые снять хочется. Но не решаюсь я этого делать пока. Погода еще обманчивая. Мне уже не 18. Так что здоровье надо поберечь. В общем, иду прогулочным шагом. И сейчас хочу забрать заказик, прийти домой и отдыхать. Вот отдохну, а потом я вам покажу, что я вам заказала. Может быть, что-нибудь протестим. Я уже не все помню, что я заказала. Что-то помню, что-то не помню. В общем, сейчас еще один рывок прогулочки. Раз уж я сегодня такая не домашняя, а уличная, ходячая такая женщина. Вот. Смотрите, сколько лежит вот этих вот. Это как серьги, семена. Ими просто усыпано здесь все. Вот. Ну, вообще вот такое все серенькое. Снег вообще полностью растаял, никакого снега нету. Лужи не замерзшие. И тепло, довольно-таки тепло. Ну, а небо вот такое. Вот такое вот небо. Вообще сейчас такая температура, что вроде бы и жарко, что-то с себя скинешь. Холодно. Я на ночь выключаю батарею, потому что вообще жарко, дышать нечем. А днем периодически окно открываю и батарею включаю. В общем, не знаю, не определюсь никак с температурой, холодно ли, жарко. И на улице тоже вот девушка идет в куртке, в кроссовках, и я так хочу. И еще вот девушка в куртке, в кроссовках. Ну, я не решаюсь, я боюсь простыть. А солнышко уже садится за горизонт потихонечку. И сразу резко прям ощущается похолодание. Я только забрала заказик, выхожу и чувствую прям такой временами ледяной ветер дует. Так что раздеваться рановато еще. По солнышку безветренно это хорошо, но неизвестно, когда подует ветер. Так что вот так вот. Ну-ка пойдем посмотрим, что там на небе, какое там небесное светит. Вот там вот видно, за ветками не очень, солнышко светит на облачка, классно. Ой, когда уже почечки распустятся, еще они не распустились, вот такие вот почечки, видите. Но мне кажется, несколько дней, если продержится теплая погода, то они быстренько начнут распускаться. Хотя еще февраль, рановато еще им. В марте, наверное. Так, ветер дует, вам, наверное, плохо слышно. Ладно, все, спешу домой. Всем доброе утро, девочки мои. Вот на следующий день уже с новыми силами я решила распаковать Faberlic и посмотрим, что я там заказала. Но еще я решила немножечко себе образ сделать какой-то такой новенький, потому что кое-что из косметики я заказала. Вот, я вчера сделала стрижку,
сегодня уже помыла голову, уложила по-своему, но вот сегодня более пышнее как-то это выглядит нормальненько, да. В общем, мне не терпится уже губы накрасить. И что, давайте начнем с губной помады. Какую помаду я себе заказала? Честно говоря, я уже не помню, какой цвет я заказала, потому что несколько было вариантов, и какой-то из них я все-таки выбрала. Но какой, я точно уже не помню. Помада 40988 артикул. Давайте мы ее распакуем, да посмотрим. Вот такая вот она упаковочка. У меня была такая помада, вернее, у меня есть одна такая помада, но другого цвета. А это решила заказать такой. Уже не помню, как он называется. Но на упаковке я уже название не увижу. В общем, какая-то там, по-моему, роза, если мне так... Не помню, какая роза. Так, дальше что у меня есть? А, на лицо я нанесла сегодня вот этот вот легкий такой тональный крем. Крем, и он наносится такой, он как беленький. Помните, я вам показывала. И он такой SPF 25. Вот так вот раз-раз, он беленький, а намазывается, он такой приобретает цвет кожи. Вот, в общем, я его решила нанести. Я его показывала. Дальше что у меня? У меня, по-моему, карандаш. Карандаш, по-моему, натуральный цвет, или как он? Ну, средний такой, натуральный я брала. В общем, я сейчас контур нарисую этим карандашом и помаду нанесу. Я надеюсь, карандаш к помаде подойдет. Так, ну, в общем, нарисовала. Карандаш, по-моему, по цвету так вот, я смотрю, подходит. Сейчас губную попробуем. Яркая помада такая. Ну, к весне хочется, конечно, выглядеть поярче. Я вот так вот, видите. Ну, в принципе, если одеть какое-то что-то красное, с какими-то красными элементами, то, может быть, будет и неплохо смотреться. Но вообще ярковатая. Я думала, она будет нежнее. Может быть, если ее чуть-чуть меньше как бы намазать, будет другая. Но это я не для повседневной как бы носки заказала такую помаду. Это если вот какой-то образ у меня будет... И нужно будет мне красный. У меня такой просто красной нету. Такая вот. Так, ну ладно. И вот заказала я такую палетку теней. Вот такие палетки, они там двух или даже трех, по-моему, двух, наверное, вариантов есть. Немножко более розовые оттенки и немножко более такие, как коричневатые. Но мне хотелось вот именно такие вот, вот такие вот выбрать. Мне кажется, что вот эти тона... Это как раз то, что мне подходит, чтобы не было цветных, но в то же время вот эти вот от самого светлого до самого темного, коричневый, светло-коричневый и вот такие, как натуральные. В общем, попробуем. В общем, не знаю, это будет полнейший эксперимент. Вообще, почему я заказала такую палеточку себе? Я не люблю красить ресницы, вы же знаете, глаза болят от ресниц, но мне хочется, может быть, иногда просто сделать какую-то игру теней. Игру теней, ну, как хорошо звучит. Для того, чтобы просто реснички не красить, но где-то чего-то чуть-чуть подтянить. В общем, я взяла кисточку, ну, одну практически кисточку. И начну я с самого светлого, хотя надо наоборот, по-моему, начинать. Самое светлое где-то тут под веками наносится. Я буду делать это едва-едва, чтобы видно было. Но постараюсь сделать побыстрее, чтобы не затягивать вообще эту всю процедуру. Так, потом идет чуть-чуть по тон немножко такой вот. О, а я его вижу, он даже неплохо смотрится. А может один глаз сначала накрасить, а потом второй? А, посмотрим, да, как это будет выглядеть. Я сейчас хочу все просто взять их по очереди. И вот в каком-то таком вот порядке нанести. Так. Ну, дальше уже надо более темно-коричневый наносить. Ладно, нанесу и другой. В общем, что-то такое творю. Что-то я такое творю. Ой, сама не знаю. Наношу только на одну пока веко, да? А вот такой еще у меня тоненький есть. Это вот как раз черный. Может быть, в уголочке вот так вот. Черный. Раз, раз, раз. Ну что, в принципе, неплохо вроде так кажется. Получается. Конечно, это надо делать поаккуратнее. Вот как-то так. Вроде бы, да?
Вроде бы ничего, так как будто бы накрашенное. Да, класс так. Закрыть. Так. Ну и здесь вот чуть-чуть надо тоже. Раз, уголочек такой сделать. Оп-оп. О, даже можно ресницы не красить, а уже такое выглядит, как будто бы я накрашенная. Так, сейчас я сделаю второй глаз, чтобы было одинаково. Так, ну что, по-моему, неплохо, девочки. В общем-то, суть ясна. Хочу вам сказать, тени замечательные, мне очень нравятся. Они, во-первых, ложатся быстро. Смотрите, за 2 минуты я накрасилась. И они немного вот ложатся, и немало. В то же время столько, сколько нужно. Мне кажется, вполне даже... Вот сейчас вполне выгляжу накрашенно, но заняло это буквально пару минут у меня. В общем, привела себе порядочек. Теперь мы можем продолжить дальше вот это все наше, что я там заказала. В общем, заказ у меня такой не очень большой, небольшой, так сказать. Что из нового я заказала? Заказала вот такую вот салфеточку. Так, надо же смотреть, глаза надо одеть. Салфетка-губка двухсторонняя. Я открою ее. Вот такая вот она. Опа. Здесь она такая, как губка жесткая. А тут она как вот такая мягкая. Вот мне интересно такой салфеточкой попробовать помыть посуду. Мне кажется, очень здорово. И она будет в то же время очень хорошо отжиматься. Надо будет продегустировать, хотела сказать, попробовать. Так, а еще вот такую заказала я салфеточку. Вообще две салфетки были по акции. То есть две берешь по акции, получается дешевле. Вообще такую салфетку я давно поглядывала и думала брать, не брать, но тут решила уже, думаю, да возьму. А здесь она как микрофибра с одной стороны, а с другой стороны вот такие вот штуки, я не знаю даже как это назвать, длинная махра это или что. Перчатка одевается на руку и погнали. У меня есть труднодоступные места, вернее как, на полках, там где у меня стоят мало того, что миленькие всякие штучки, там еще и проводочки. И вот там, где вот эти проводочки, вытирать пыль не очень удобно. Я вот думаю попробовать ей. Надо попробовать, да, девочки? Попробуем. В общем, салфеточка классная, мне она понравилась. Правильно сделала, что взяла ее. Ну, взяла я еще, как обычно, свою краску для волос. Это Ботаника 10.0. И взяла ампульный концентрат. На этот раз я взяла какой? Для идеальной гладкости волос. Они бывают разные, но я всегда их просто чередую и добавляю в красочку. Вместе с красочкой их наношу на волосы. Дальше я взяла мыло для кухни, устраняющее запахи. Беру такое мыло постоянно себе и сыну, его семье. Беру разные запахи. В принципе, все запахи мне нравятся. Все запахи нравятся. На этот раз я взяла что? Ароматное яблоко. 5 в 1. Хорошие запахи, приятные запахи. Действительно, на самом деле устраняют они запах рыбы или еще какой-то неприятный запах. Можно посуду помыть, ножик помыть, доску и все что угодно. Так, взяла еще я концентрированный стиральный порошок Color. Беру Color, потому что у меня все белье цветное, девочки. И постельное, и полотенце, и вся одежда. Все у меня цветное белье. Концентрированный, это здесь один пакет, 1 килограмм равен 3 килограммам обыкновенного стирального порошка. И поэтому его там требуется совсем чуть-чуть. Ну и взяла ультракондиционер для белья 2 в 1, ароматерапия. Это дыхание Прованса на этот раз. Тоже концентрированный. В общем, очень приятные запахи, такие ароматы мне нравятся. Я их тоже чередую, беру все время разные. И всегда мне нравятся такие, знаете, легкие, приятные ароматы. Ну и каталог новый, вот он. На 4-й каталожный период, на 4-й каталог. И тут уже мы встречаем весну, девочки. Тут уже разные будут подарочки. Ну, для женщин, наверное, и для мужчин тоже. В общем, короче говоря, будут скидочки, акции. В общем, люблю полистать каталог, что-нибудь новенькое повыбирать себе. Я так смотрю на себя, мне нравится очень этот мой образ такой хорошенький. Вот, ну все, мои хорошие, я на этом хочу видео свое закончить.
ссылочку на Фаберлик я оставлю внизу под видео в описании. Заходите по ссылочке и можете вообще зайти и найти много себе очень интересного. Тем более приближаются праздники, мужской и женский. И, в общем-то, подарочки своим любимым близким и себя любимую тоже порадовать чем-нибудь к весне. Купить, например, какую-нибудь новую помаду себе или какие-нибудь крема, там, я не знаю, тени, что-нибудь, тушь. В общем, мне мой новый образ нравится. Мне кажется, хорошо, я выгляжу неплохо. Ну все, мои хорошие, на этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Всем пока-пока.